Приветствую зрителей и подписчиков моего канала. Сегодня у нас очередное вскрытие. Вот такой большой пакет. Зеленый. Объемный. Правда легкий? Сейчас, как обычно, проведем вскрытие. Посмотрим, что там. Я, конечно же, уже знаю. Но не буду сразу раскрывать все секреты. Подарков нет. Сегодня в посылке у нас бутылки. Вот такие красивые три бутылочки. Пришли тоже довольно-таки быстро, в пределах 2,5 недель. Как качественно завязано. Так, емкость. Ну, наверное, больше пол-литра-то. Наверное, 0,7 примерно. Бутылку просил ребенок, так как ходит в секцию. И там попить чего-нибудь себе навести. В полторашках, как известно, все гадкое. Химическое. А тут домашний компот, там сок, что-то еще. Попросил вот такую бутылочку. Стоимость около 115 рублей. Заказал 3. То есть ребенков 2, одну на запас, может быть себе. И сейчас мы с вами проверим, что же это такое вообще. И насколько качественно они держат воду. Тут вот пробочка с клапаном. Ну, сейчас все проверим. Так как доверия сразу нет. Приготовили пленочку. Берем водички. Плотненько закрутим. Ну, как видите, держит отлично. Нигде вода не появилась. Жгу довольно-таки сильно. Ребенок должен быть доволен. Ну, колпачок для защиты от пыли, мусора там и прочего. Открыл. Достал клапан, попил, закрыл обратно. Через клапан, как вы видите, лежит хорошо. Вот все-таки налил. Не зря постелили кленочку. Вот такой вот товар. Ссылку положу под видео. Мне бутылочка понравилась. Можно даже на рыбалку там брать. На велосипеде, когда катаешься. Удобно. Всем удачных покупок, как обычно желаю. Заходите на канал еще. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока. До новых встреч.